Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Алла. Мой канал о рукоделии, о вязании. Хочу сегодня сама для себя подвести итоги своего вязального творчества. И если вам интересно, оставайтесь, посмотрите. Хочу рассказать, что я 1 января 2021 года решила, что буду записывать сама для себя, сколько я связала. Уж я не стала писать, из какой пряжи. В Инстаграме у меня есть фотографии. А для себя просто... Мне захотелось вести такой небольшой отчет, чтобы знать и чтобы увидеть, потому что иногда, не иногда, а чаще всего я даже не делала фотографии своих вещичек, которые я вязала. Вот поэтому, начиная с 1 января, я стала вести запись. Потом ко мне пришел подарок в январе. Подарок я получила от Наташи, канал Вязана, и канал Марии, искусница от Марии. Девочки были организаторами СП. Они решили сделать мне подарок. Вот видите, подарок лежит у меня на столе. Я любуюсь. В ближайшее время, может и сегодня, хочу начать вязать шаль. Вот. Очень мне эта пряжа, вся пряжа мне понравилась. Спасибо большое за подарки. Также мне подарили такой блокнотик, тетрадочку, где я и стала все записывать. Вы знаете, я за январь месяц немного связала. Немного в плане... У меня мелкие, мелкие вещички. Самая маленькая 13 грамм. И самое большое изделие 333 грамма. Всего я связала 16 изделий. Знаете, кто-то из девочек ведут подсчет в метрах, но у меня не получится в метрах, потому что в январе я извязывала остатки, которые я хотела, будем так говорить, побыстрее извязать. Я их извязала. То есть, сами понимаете, там, где бобинная пряжа, как можно там метраж? Конечно, ни о каком метраже речи быть не может. И я решила в килограммах измерять. За январь месяц я извязала почти 2 килограмма. Это килограмм 856 грамм. Немножко не дотянула до 2 килограмм, но ничего страшного. Хочу сказать, что у меня очень много работ, которые я начала. Вот, и нету желания их закончить, конечно, но потому что есть разные проблемы, есть разные домашние дела, когда большое изделие, ну, просто нет времени на большое изделие. Так вот стараюсь где-то ночью, часик, где-то вот, когда малыш уснет. Вот сейчас он уснул, и я могу немножко поговорить с вами. Знаете, работы маленькие, но в них вложена большая душа. Вот что я хочу сказать. Те люди, которые не вяжут, они не поймут меня. Вот. Те люди, которые вяжут, те, конечно, поймут, что даже маленькое изделие, которое может весить 13 грамм, мы тоже вкладываем свою любовь и свою душу.
Для всего нужно желание. Для любого процесса нужно вдохновение. Поэтому всем желаю получить вдохновение. Сейчас везде такая красивая белоснежная зима. Желаю, чтобы у вас не болели ваши ручки, чтобы вы могли всегда связать хорошие теплые изделия для своих родных и близких, и не только для родных и близких. Дальше в моем видео я не буду вам перечислять все свои, вот у меня список, да, удобная тетрадочка, я буду каждый месяц себе вот с 1 февраля начну, и так вот каждый месяц буду записывать, что я вижу. Хочу сказать, что сейчас такое интересное время, когда выпадает везде снежок, который не баловал нас зимой, а вот он сейчас решил все-таки нас побаловать. И сейчас очень важно, вот я знаю, что изделия, которые я вязала, их носят, греются. Они, поверьте мне, они связаны с душой, и мне хочется, чтобы они не только грели вас теплом своей шерсти, а чтобы они еще согревали вас своей душевной любовью. Я вот все любуюсь этими клубочками и все думаю, что же мне связать. Хотя, вы знаете, я же уже участвую в одном СП. И я потихонечку вяжу себе жилетку. Вот. Потихонечку довязываю те изделия, которые у меня еще с прошлого года не довязаны. Я же говорю, на все нужно вдохновение. Когда нет вдохновения и нет здоровья, не хочется ничего. Через силу очень тяжело все делать. Вот поэтому могу сказать, что этот год я начала с вязанием. Я новогоднюю ночь как начала вязать, так уже месяц я вяжу. Я очень люблю вязать. Опять же повторюсь, что меня поймут только те люди, которые любят вязать. Те, кто не любят, они даже не оценят, сколько труда вкладывается в любое изделие, даже в маленькие носочки, мы все равно вкладываем свой труд. Вот, что мне еще хотелось сказать. Ну, пересчитать пряжу у меня не получится по разным причинам, потому что я в первую очередь не у себя дома. Я в гостях у дочери. Вот я помогаю дочке, нянчу деток. У меня есть пряжа, но она вся как бы спрятана, чтобы тут детишки ее лишний раз не переворачивали. Вот. Потихонечку я достаю свои процессы. Могу сказать, что мне очень нравится вязать под вязание девочек. Я смотрю очень многие каналы, когда девчонки рассказывают, что они связали, как они вдохновились, рассказывают про пряжу. Я включаю. Тихонечко слушаю девочек и вяжу. Вот. Поэтому, друзья мои, хочу вам сказать большое спасибо всем, кто подписался. За последнюю неделю у меня прибавилось друзей. Я не могу вас называть своими подписчиками, потому что если вы смотрите мои видео, пишите мне комментарии,
сочувствуете мне, может быть, кто-нибудь, то вы, конечно, мне друзья. Поэтому могу сказать, что друзей у меня прибавилось. Спасибо большое. Будем дальше вязать, будем дальше творить, будем делать что-нибудь для души. Я прощаюсь с вами, и дальше у меня будет такая небольшая зарисовочка музыкальная, под которую вы сможете посмотреть фотографии изделий, которые я связала. Там нету только одной манишки, но не сохранилось фото, а я подарила, поэтому вот так вот. Так что, дорогие мои друзья, до новых встреч. Спасибо, что зашли. Пишите комментарии. Всегда отвечу. Всего доброго. До свидания.